Министерство юстиции занимает активную позицию в развитии медиации в нашей стране. Внесены изменения в законодательство, направленные на более активное ее применение и распространение. Теперь наша общая с медиаторами задача – грамотно использовать предоставленную законодателем возможность. С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в законодательство о медиации, которые направлены на более широкое распространение внесудебной медиации и информация о возможностях использования медиации, в первую очередь в семейных отношениях. Например, одним из нововведений является то, что суды и органы ЗАГСа при обращении супругов заявление о расторжении брака будут обязаны разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. Медиатор в ходе такой встречи расскажет о преимуществах медиатора, о медиации, о процедуре ее, о ее возможностях. После этого стороны смогут принять решение либо провести медиацию, либо отказаться от нее. Кроме того, Кодекс о браке и семье дополняется положениями, предусматривающими применение медиации по спорам, возникающих из брачно-семейных отношений. В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами, бывшими супругами, которые будут урегулированы с участием медиатора. Также одним из нововведений является внедрение медиации в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком. Одной из целей законодательных изменений является унификация норм гражданского и хозяйственного процесса, в связи с чем стороны вправе обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства. Наряду с приостановлением производства по делу предусматривается право суда оставить иск без рассмотрения в связи с заключением сторонами соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам медиации обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае, что немаловажно, возвращается государственная пошлина. В качестве дополнительной гарантии предусматривается процедура выдачи судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения.